В Сургуте нарушителей особого противопожарного режима выявляют с помощью дронов. Новая техника есть в распоряжении спасателей. Рейды и профилактические беседы с жителями проходят регулярно. От степени ответственности югорчан зависит сохранение зеленых зон автономного округа. Запрещено разводить огонь в лесах, полить сухую траву. Также нельзя жечь костры, мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. По данным МЧС, за майские праздники в Югре возбуждено почти 40 административных дел по фактам нарушения противопожарного режима. Сумма выписанных штрафов составляет примерно 350 тысяч рублей. У нас с 28 апреля введен особый противопожарный режим на территории округа распоряжением правительства. Запрещено разведение костров, использование огня в открытом виде. Вот. Проводятся мероприятия ежедневно. То есть, начиная с 6 мая, каждый день будет в составе группы рейдовых мероприятий будет участвовать полиция города, администрация и сотрудники МЧС. В дачных кооперативах будут использоваться дроны. То есть, с помощью дронов будет фиксироваться, где идет задымление, либо очаг, возгорание, и туда будет отправляться группа.